Здравствуйте, это канал Максимадзе. Не так давно, 20 марта, если не ошибаюсь, был японский праздник под названием День цветения сакуры. Или сакуры, не знаю, как там правильно называется. Да, этот день уже довольно давно прошел, но, к сожалению, у меня не было времени снять этот выпуск, потому что экзамены, практики на носу были в колледже. Но что же делать-то? Не будем же мы следующий год ждать. Давайте сыграем в этот эпизод сейчас. Чё должок-то оставлять? Эпизод в Angry Birds Seasons, он называется Cherry Blossom. В нём всего 15 уровней. И я промазал сразу же. Давайте сделаем чуть потише, чтобы не мешал нам играть звук. Блин. Цветение сакуры, это, собственно, или сакуры, не знаю. Это вот этот розовый цветок, собственно, которого вы видели только что. Надеюсь, я не пропустил какие-то еще праздники за это время. Я после снятия этого выпуска еще посмотрю, какие там следующие праздники, что еще. Хорошее попадание. Ну, почти. Один свин все-таки остался живой, и нам исправить это надо. Не буду. Так. И вот лучше сюда попробуем. Не бомбанул, жалко. А, вот бомбанул, хорошо. И сейчас это утащит. А, вот так должно было работать. Все, все понятно, все ясно. И в этом эпизоде золотое яйцо есть. Оно, если я не ошибаюсь, находится на последнем уровне. Вроде на последнем, да. Мы его обязательно достанем, пройдем. Кстати, это один из немногих эпизодов Angry Birds Seasons, который появился в Angry Birds Chrome. Он стал вторым эпизодом Angry Birds Seasons, появившимся в Angry Birds Chrome, после Seasons Greetings. Собственно, мы когда играли в Angry Birds Chrome, это было уже давно, кстати, в конце 2020 где-то это было. Ну и в 2021 тоже еще продолжали играть, пока не закончили. Мы проходили эпизоды по порядку их выхода. Собственно, насколько я помню, там было несколько эпизодов. Там было 5 эпизодов из обычного Angry Birds и 6 эпизодов из Angry Birds Chrome. Ну и еще плюс дополнительный эпизод с Chrome Dimensions, с которым были бонусные уровни от Google Chrome. Там, короче говоря, какой порядок был по выходу. По Chitex, Seasons Greetings, Mighty Hawks, Danger Above и после Danger Above вот Cherry Blossom. После Cherry Blossom этот Эстер Экс вышел вроде. Потом Summer Picnic. После Summer Picnic вроде бы снова пошли обновления по оригинальным уровням. Из оригинальной игры появился эпизод The Big Setup и Hangem. Или как он там называется, 5-й эпизод. Потом появился эпизод Moon Festival и Trick or Treat. Ну и в последней серии мы прошли этот Chrome Dimensions. Angry Birds Chrome действительно очень интересная версия. Очень жаль, что она закрыта, но
В нее есть способ поиграть. Не знаю, доступен ли он в этом году, в 2024. Блин, я даже, наверное, после записи этого выпуска проверю. В всяком случае, я делал видео, как запускать эту версию. Но это был тот же 2020 год. Сейчас 2024. Могло запросто что-то измениться, а могло и нет. Проверим. Во всяком случае, я точно знаю, что вечно этот способ работать точно не будет. Когда-нибудь работать он перестанет, потому что все-таки запускается от интернета. Тут браузер Chromium. И когда-нибудь он это точно работать перестанет. Не знаю, по какому принципу это вообще работает. Потому что в обычном браузере, если перейти по сайту Angry Birds Chrome, то нас перекинет в Angry Birds Nest. Фан сайт по Angry Birds какой-то, если не ошибаюсь. Но даже если у те, у кого нету возможности поиграть в нее, можете посмотреть у меня на канале. Я проходил Angry Birds Chrome полностью. В первых сериях, правда, у меня был не очень хорошо было меня было слышно, потому что я тогда не знал, что существует микшер громкости, с помощью которого можно регулировать громкость в любом месте, в любом приложении. В Summer Picnic, что ли, исправлено было, или чуть позже. Не помню точно. Не очень в хороших местах появились эти ящики, конечно. Но если попаду, будет неплохо. Да, попали. А, что-то он не взорвался. Ну и ладно. Да, вот помню, было время, когда в Angry Birds Seasons не только музыка и фон менялись в зависимости от эпизода, но еще и иконка кнопки play. Сейчас, к сожалению, она одинаковая. А было время, когда в виде чайника кнопка play была, когда выбираешь эпизод Cherry Blossom. Так. Рот-то разинул, блин. И сейчас все эти блоки в рот ему летят. Падают, блин. О, вот так, вот про такой чайник. Вот иконка в виде вот этого чайника, собственно, была в старых версиях. Не знаю, зачем отказались от этой идеи позже. Как-то... Честно говоря, как-то раньше Angry Birds реально выглядел лучше, чем нынешнее. Пока что, в принципе, идет налегке, если не учитывать то, что мы один раз использовали Power Up с взрывными ящиками. Хорош, неплохо. Блин. Остался еще один. И почему-то эта кнопка исчезла. А, потому что птицы кончились, естественно. Что я гоню? Только вот эти могут остаться, которые наверху. Этой птицы мне не хватит, чтобы добить вот этих. Повышенное расстояние. Блин, хороший ход, кстати, это был. Ну-ка, сейчас мы этого добьем. И дело будет шло.
Так. Вот так сделаем, значит. Какой-то уровень у нас 12 уже. Осталось совсем немного. Чуть-чуть не долетел. Блин, да что ж такое? Так, давайте снова сделаем вот так. Хорошо. Раздвоился звук, что-то немного здесь. Какого фига? Не знаю. Да что ж такое, надо было выше запускать. Я, кстати, забыл. Давайте вот это проверим. Что это такое? Я, честно говоря, не понял, что она делает вообще. Еще раз, давайте попробуем. Подсказку покажите мне. А, не показывают подсказку. Ну и ладно. Нифига вообще не понял, что эта штука дает. Опять не туда, куда надо, упала. Неудачные места получились. Вот это так-то лучше. Так. Что-то далеко все находится как-то. 14-й уже, предпоследний уровень это у нас.
Да что ж такое, а ну почему? Дайте мне вот это. Прицел на этом уровне не сильно полезен, потому что так просто все равно не долетит, слишком далеко находится. Только не долетит. Толку тоже нет никакого. Но на этом уровне пауэрапы не сильно помогут. Разве что вот этот может быть. Но почему все в одних и тех же местах, а? О, вот это неплохо было. Попробуем еще раз. Каждое использование вот этой птицы повышает ей немножко уровень. Ему, точнее, а не ей. Но все равно не могу что-то попасть. Еще раз давайте. Вот теперь в разных хоть местах. Так, а вот и последний уровень. Где-то здесь находится яичко золотое. Это из-за лепестка оно не упало. Это еще раз надо. Я надо вот так сделать. Потому что надо взрывной лучше птицы кидать. Потому что бомбы он вот так. Взрывная волна усилится. Да что ж ты будешь делать? Не долетает. Да что ж такое, а? Почему-то, кстати, вот эта птица, она на Реда похожа, но издает звуки бомба. Ну, сложно туда попасть, конечно. О, почему бы нет? Опять все в одном и том же месте. Ну что ж ты будешь делать? Что ж такое, ладно.
сделаем это. Окей. Так, ну и наконец, давайте золотое яйцо пройдем. Оно из себя представляет цепную реакцию, и нам нужно разбить вот это стекло. Стекло само сломалось, а не от камня. Тут это по скрипту было сработано. Но тем не менее. Ну что ж, прошли мы этот эпизод. Cherry Blossom. Прошли неплохо. Наполовину из звезд. И, короче, на этом закончим. С вас лайкос, подписоваться, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал. Ой, господи, какой стримовский канал? Нету его уже. На влоговый канал. Ступайте в ВКонтакте. И всем пока.